Понедельник – день тяжелый. Тяжелым он выдался и для ивановских баскетболистов. На этот раз на своей площадке «Энергия» принимала лидера первенства премьер-лиги команду «Надежда» из Оренбурга. Первая четверть прошла успешно. Ивановки ничуть не уступали лидеру и даже завершили 10-минутку со счетом 23-21 в свою пользу. Во втором периоде «Энергия» начала терять позиции. Баскетболистки стали все чаще ошибаться в обороне. Чем больше ивановки старались исправить ситуацию, тем глубже увязали в обороне гостей. По итогам первой половины игры «Энергия» уступала соперницам 8 очков. В последующем отрыв только увеличился. И вскоре надежды одолеть «Надежду» ни у игроков, ни у зрителей не осталось. Итог встречи 78-100 в пользу соперниц. В принципе, результат закономерный. Конечно, исполнители у команды соперника посильнее, чем у нас. Недаром они еще ни одного поражения в чемпионате не потерпели. Ну а что касается ошибок, то, конечно, мы очень много очков пропустили. В защите не выполнили то, что хотели, и дали возможность много свободных атак. Вот над этим надо работать, чтобы в Сибири с Красноярском, с Новосибирском сыграть удачно. У команды будет время передохнуть и подготовиться к выездной серии. А главное – поработать над ошибками в защите, чтобы вернуться из Сибири с победами. Наталья Бутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.